Так, это Сатурн. Да. Ну, я не знаю, ребят. Я вижу совершенно четко спутник Титан ниже. Два размера угловых Юпитера вниз. Ой. Куда это мы делись? Не знаю, будет ли это видно на экране, но это, пожалуй, первая съемка. Когда так четко виден Титан. Очень завышенное ISO 3200. От этого на экране такие снежинки. Хм. Ну что ж ты будешь делать? Справа это звезда ниже, а вот как раз ниже Сатурна на 2. Но, к сожалению, на своем экране фотоаппарата я не вижу. Уменьшаю резкость, ой, выдержку. Ну да, четкости прибавилось, но спутник исчез. А сейчас вижу. Хорошо. Пошли комплектом снимем Юпитер. И перейдем на максимальное ISO 6400. Может, что-то выудим с него. В смысле Титана. Да что ж ты будешь делать, убегаешь? Так, идет Юпитер, Ио, Европа, Ганимед, Каллисто. Где Каллисто? Вот Каллисто. Вуаля. 611 миллионов километров до Юпитера. Выдержку уменьшаю. Ну так, силуэты экваториальных полос. Один миллиард 369 миллионов километров до Сатурна. 11 сентября 2021.